Итак, снова здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен. Спасибо, Лео. И мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как инверсия. Честно говоря, я не помню, что нам надо сделать. А так, если на кого нужно, сделаю вам. Ага. Ладно, так, сейчас я вспомню. Давай. Все, нам нужно сейчас эти контейнеры обрушить и, прячась за ними, пробраться вот туда, вперед. Быть. Косоглазое существо. Ладно. Ой, как я что-то в два или сколько-то не играла в эту игру. Ой, прям так хорошо. Ну давай, падай. Отлично. Давай. Так, надо... Так, чтобы еще обрушить-то. Так, пока он будет перезаряжаться. Давай. Отлично. Ох, хорошо. Хорошо пошла. Что такое, тебя убили, Лео? Ты с ума сошел, что ли? Беги, Дэвис, ёперный театр. А, так, хорошо. Мы сейчас всех убьем. Отлично. Нормально. Ну, что за сранить? Мне это напоминает, кстати, очень задание из Макса Пейна. Там было похоже, там, где снайпер только был. Нужно было его тоже обходить. Если кто-то играл... Там это было на кладбище, по-моему, все действие. А, нет, все, да? Ага, точно, сейчас. Бежим, быстрее. Ой, чуть не убили. Может, там есть генератор, который можно взорвать? Стену бунка, ага, все, вижу. А, нет. Ну-ка, ну давай, Лео. Нет, не этим, а чем? Ага, все понятно. Ну, я, в принципе, догадывалась, мне нужно было только... Хорошо, пошло. Внизу топливо. Взорви его. Внизу, ага. Топливо. Да что я сделала, а? Вот так вот это делается. Все, автобус дальше не идет. Ох, хорошо. Ну, а то. Это же я. Черт, не посмотреть даже вниз. Ну ладно. Так, ладно, хорошо, куда нам идти? Туда, видимо, да? Больше-то некуда. Эх. Так, я очень, кстати говоря, надеюсь, что мой сосед, который мне целый день мешал делать запись, все-таки угомонился, потому что с 8 утра, люди, с 8 утра он работает какой-то дрелью, причем-то даже не дрель. Опять гравитация чудит. Зацени. Я вообще не знаю, что это. Повсюду в огромной дыре. Эй, может, они гравитацией управляют? Я, короче, не знаю, что это вообще было, потому что это даже не... Вот вроде с одной стороны дрель, с другой стороны там вообще что-то страшное, потому что... Такое чувство, что у тебя в голове прям вот эти все звуки. С 8 утра спать не давал. Мне даже сон приснился про эту дрель. Кошмар. Самое смешное, что сон про дрель слился со сном про DayZ. Потому что после подкаста, который мне несколько раз... Если вы слушали, меня там прервали. И я несколько раз к нему подходила, как бы, чтобы записать его целиком. Я говорила там как раз про DayZ от Артура Шустрила и Джека Шепарда. И, блин, они мне все приснились, и с этой дрелью вместе. Ой, это ж страх какой-то вообще. Ай-яй-яй. Это печально, да? Это не очень хорошо. Ой, давай. Лео, быстрей. Давай, я отойду даже. Быстрей. Да что ж такое-то? Происходит. Без понятия. Лео. Жить буду. Не. Попробуй найти другой путь. Лео. Леушка. Леонардо да Винчи. Не знаю. Черепашка. Подожди, неужели его нельзя? А вот так... Почему вот эта штука, кстати, нельзя в него пульнуть, и чтобы он залетел? Вот меня всегда этот вопрос интересовал. Черт возьми. Что-то мне не нравится, честно говоря. Надо снайперку брать. Ох, не нравится мне это все.
Ой, опять. Бегемот. А что так тихо-то? А правда, почему так тихо? Хорошо, хорошо сейчас. Ой, ты, черт, снайпер, чертовый снайпер. Как хорошо, что я взяла снайперскую. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, подождите. Люди. Не воняй. Вот так вот. Ох, проклятие. Ох, все плохо. В спину, блин, ему надо в спину стрелять. Черт возьми, ни хрена не вижу, все мешают. Так, стоп, вот эту красную надо. Где она, где она? Все, 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 вижу, 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 турель, вижу. Все, хорошо, Лео, жди. Так, во-первых, нужно снайперов по-быстрому снять. Вот это все, гал. В общем, вы поняли. Так, снайпер, снайпер пошел вон. Снайперы нам. Фу, хорошо, ладно. Ой, не было бы тут турели, было бы проблематично. Так, давай-ка ты ляжешь. Здесь еще кто-то бегает, да? А, вон они. Черт, снайпер. Ай-яй, Лео, не высовывайся, ёперный тетер, я ж прикрываю. Где? Где, матерь божья? Вот это, что ли? Недолго жил. Да-да-да, это был он. Судя по... Отлично, хорошо, давай. Где, где, где? Так, 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 так. Кто, кто в него стреляет, гада? Блин. Ага. Прикрываю, прикрываю, нормально. Сейчас все будет. Пошли вон, пошли вон. Да я это делаю, что ты возмущаешься? Ты все же прекрасно. Ты же живой, правильно? Все отлично. Все нормально. Все хорошо, вот этого сейчас только убьем. Что-то они, блин, от турели. Смотрите, как медленно умирают. Это же вообще. Как будто это не люди, а я не знаю, что. Так, ну кто еще хочет комиссарского тела? Все. Отлично. Ух. Давай, Лео, давай, маленький мой. Ну, хотя маленький. Не... А рычаг тогда тут зачем? Так, мне не нравятся там телодвижения какие-то. Вот, 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 вижу, 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 гада. Подожди, подожди, мне надо вот этого снять. Черт, не успела. А, Лео. Вот так вот мы сделаем. Ух, плохо. Блин. Это твои-то... Ну-ка пошли вон от моего Лео. Ой. Лео, блин, погиб. Черт возьми, неудобно что-то снайперка сегодня какая-то. Я не знаю, может, я уже отучилась просто с этими ласткроунами и прочим. Так, хорошо, ладно, попробуем еще. Ой, с самого начала, блин. Ладно. Давайте мы это скипнем. Сейчас сразу туда. Все нормально, сейчас все будет. Во-первых, снайперы. Это самое главное. Пошли вон. Вот ты особенно. Вот ты тоже. Все, пошел вон. О, у него полжизни уже нет. Офигеть, когда успел? Почему так плохо стреляет, а? Ой! А теперь меня убили, что ли? Прекрасно. Как-то плохо все сегодня. Ой, что ж такое-то? Так, хорошо. Надо как-то... Блин, Лео. Все за тебя. Что такое-то сегодня происходит? Так, скипнем. Подожди, дай снайпера снять. Идите все отсюда. Лео, я надеюсь, тебе хватает ума не тусоваться там. Или нельзя сразу идти к турели?
Я не знаю, просто странно. Вот этот, сейчас. Вот в эту красную надо выстрелить. Быстро давай, Дэвис, ёперный театр. Вот сюда еще. О, хорошо пошла. О, хорошо. Так, турель. Не высовывайся, блин, Лео, ёлы-палы. Там же снайпер, сам меня всегда учил. Сейчас такие глупости вытворяешь. Так, надо... Нет. Отлично, хорошо, все замечательно. Не высовывайся, только ради бога. Так, вот этот мне не нравится, то, что он не помирает. Вот бегут. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Сейчас умрет, нормально. Живучая обезьяна. Да без проблем. Сейчас только надо сообразить, кто откуда идет. Лео, кто в тебе там попадает-то вечно? Никого же нету. Все, не готово. Че он жалуется, я вот не пойму. Прекрасно же все вроде. Да защищаю, не парься. Все пучком. Мне главное потом не оплошать, вот когда они полезут, и когда мы поедем уже на платформу. Мочу, нормально. Ты бы хоть, я не знаю, платформу там крутил или что-то там с ней делал. Ну-ка, лежать. Готовься! Тихо, сейчас. Я так думаю, не нужно сразу вставать на платформу. А, нет, не, все равно не дают. Черт. Да ты что, смеешься, что ли? Они же там бегут. Нет, не бегут еще. Так, нужно как-то подготовиться и снайперку взять. Так, снайперка. Сейчас побегут выродки. Вон, я уже слышу. Где? Не пускай их ко мне! Я тебя пущу! Так. Кто тут? Не вижу. Ага, вот, все, вижу. Пошел. А, еще и закончились патроны. Прекрасно вообще. Так, вот ты иди отсюда. Вот вы тоже идите отсюда все. Ой. Лео, держись. Все, хорошо. Быстренько надо к нему спуститься. Тебя видеть, друг. Ой, я тебя тоже. И я. Соберем патроны и уходим. Точно. Пошли. Ага. Хорошо. Все прекрасно. Отлично. Ну ладно. Немножечко стормозили, ничего страшного. Переживем. Так, дрободанчик. О, еще заставочка, господи. Ой, сейчас будет босс. Ой, сейчас будет босс, я чувствую. О. Еще один толстик. Ай. Почему так их много? Откуда они вообще? Что же едят эти сволочи? Ты правда хочешь знать? Нет, честно говоря, нет, не очень. Так, стоп. Вот это вот я хочу. Потому что вот так вот я хочу сделать. Все, успокоился? Ой, забыла, что у него хлыст есть, твою эту дивизию. Не люблю одинаковых боссов. Так, все. Сейчас будет махач. Да? Да. Бежим! Погонщик чертов. Давай, лови гранату. Отлично. Черт, все. Ну ладно. Тихо, отдыхай. Ох, как вас много. Так, стоп. Красненькая бочечка, пожалуйста. Так, летите. Я лечу, да. I believe I can fly. Ух, черт возьми. Я говорю, эта песня преследует меня просто из игры в игру. Тихо. Он бежит на человека с дробовиком, с лопатой. Нормально? Твои. Ничего, мы уже знаем, как тебя мочить. Черт возьми, шишку, куда же я побежала-то? Черт, не успела, а? Это плохо. Почему вот это вот здесь? Ага, они еще. Ой, блин. Короче, я еще обратила же внимание на эти красненькие мигалки, они смертники. Короче, на них бомбы. Вот. Значит, ими можно в этого урода кидаться? Они же тогда подрываться будут, да?
Так, сейчас все будет. Так, хорошо. Меняем дробовичок. Дробовичок здесь хорошо пойдет. Так, хорошо, отлично. Бей, убивай. Что же едят эти сволочи? Ты правда хочешь знать? О! Понятно, надо вот этих красненьких рядом с ним подрывать. Мне вот эта дырка не нравится. Мне вообще вот эти товарищи напоминают очень зомби из Resident Evil 4, блин, да что ж такое-то? Вон красненький, вижу красненького. Отлично. Так, отлично. Баюшки, баю. Вот это, Так, хорошо. Раз, два, три, четыре. Ладно, значит, дробовиком его хорошо. Лучше даже. Ладно, учтем. Не возмущайся. Так, я слышу, как пикают. Лети вниз. Я слышу, как... пикает. Блин. Ну, сложнили задачку. Сволочи. Еще какая-то серия странная. Умираю. Ладно, хорошо. Давайте попробуем вот это оружие. Мы с него еще ни разу не стреляли. Может, оно хорошее? Кто знает. Дробовик, конечно, прекрасная вещь. Ну давайте-ка все-таки попробуем вот так вот. Побегаем с дробовиком, а вот это у нас будет как пулемет наш. Я думаю, оно убойное достаточно. Хорошо, давай еще раз. Главное, что сейчас победить, потому что я не хочу опять оружие переключать по 20 раз. Они даже кричат, похоже. Эй, пока! О, хорошо. А, нет, все-таки, знаете, здесь дробовичок будет получше. Он с первого раза убивает. Так, вон ползут. А вот этот на дальних расстояниях очень хорош. С двух пулек хорошо. Слишком близко. Сейчас вот побежала я останавливаться. Так, нужно на... Ой, черт, блин, не успела увернуться. Отлично, хорошо. Чуть не убили, но ладно. Нормально. Ой, ты-то сейчас убьют точно, блин. Твою-то дивизию. Так, иди отсюда, красненький или кто-то там, я не знаю. Нужно красненьких мочить в первую очередь. Юперный театр, кто там? Да что ж ты будешь делать-то? Что ж так плохо-то сегодня? Все. Блин, а? Я не успеваю стрелять в них и следить за этим. Он толстый, но он ходит так быстро за нами. Еще территория маленькая. Твою-то, а? Ой, я даже не знаю. Ну, давайте возьмем. Вот так. Где мой дробовичок любимый? Хороший в этой игре дробовик. Просто сокровище. Так, сбрасываем еще раз. Боже, что же едят эти сволочи? Неважно. Ты правда хочешь знать? Нет, не хочу. Ползут? Дурить нет пока. Вот, теперь ползут. Мне нужно красненького подстрелить издалека. Вот, пожалуйста, вот. Да, отлично. Теперь гранатку. Лео, давай убей его. Мне нужно гранату в этого кинуть, когда у него приходы начнутся. Давишь? О, граната. Твою-то. Своим сраным хлыстом он мне все портит. Так, красненький. Вот надо сюда встать. Чтобы вот так вот сделать. И бежим туда. Бежим. Быстро. Ребят, я, конечно, все понимаю, что вам очень хочется меня убить, но я тоже хочу вас убить. Поэтому черт не успела. Вот это. Так, я хочу вот этого товарища. Нет, где? А. Так, граната. Да иди ты нафиг. Блин, убьют сейчас. Ох, убьют.
Где моя граната? Здесь, отлично. Так, пошел вон. Ох, черт. А, вот этот вот. До свидания. Так, где он? Где он? Где он? Ой-то-то-то-то. Тихо, тихо, тихо. Блин, как сложно, а? Граната, пожалуйста, граната. О, нет, 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 плохая идея. Ай, плыгай, плыгай, Лео. Тьфу ты. Господи. Я путаю их имена почему-то, не знаю. Стреляй, стреляй в него, Лео, стреляй в гада. Подонок. Еще половина жизни, а. Еда? Ты обалдел, что ли? Так, хорошо. Нужно... Так, я слышу красненького. До свидания, красненький. Вот, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Бежим туда, бежим, бежим, бежим. Ты не оборзел ли, а? Ой, бежим, 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 бежим. Ой, бежим скорее. О, боже, как сложно. Ага. Давай, давай, Лео, стреляй в гада. Так, хорошо, если так второй раз будет все прекрасно, мы, возможно... Ой, подлагивает что-то. Так, так, так. Ага, я слышу тебя, гад. Тебя я тоже слышу. Иди отсюда, блин. Еще закончилось оружие. Прекрасно. Еще вот этот вот тут ходит. Ай, Лео, подорвали. Что ты будешь делать-то, Лео? Да иди ты нафиг, Лео. Я не успею. При всем желании. Сейчас, сейчас, сейчас. Он выстрелит, и нормально. Ой, твою-то дивизию. Нет, еще живы? Еще живы, еще живы, еще живы. Не смей меня убивать, скотина. Не-не, бежим, 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 бежим. Лео, извини, конечно, но... Блин, надо его оживить. Это плохо будет всем. Давай, Лео. Лео, Лео, пожалуйста. Твою-то дивизию. Вы видели? Там остался миллиметр буквально у него на жизни. Черт. Блин! Лео, как ты умер не вовремя, а? Как ты мог меня подставить, друг? Я так на тебя рассчитывала все это время. А ты? Ой, ну ладно, я надеюсь, все-таки это будет последний раз, потому что, слушайте, невозможно уже. Я уже хочу как бы завершить данные. Да не важно, что они едят. Взрывайся. Так, вон там еще один красный ползет. Ой, хлыст, хлыст, это плохо. Ой, черт, куда же чушь я делаю-то, а? А я не знала, что здесь есть быстрый разворот. О! Иди нафиг. Ой, сейчас убьют, ой, сейчас убьют. Ох, плохо все. Красненький, красненький, нужно валить красненького. Где красненький? Красненький. Так, неважно. Вот, плохо. Вот красненький. Отлично. Все, до свидания, красненький. Вот, тетя, бежим, 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 бежим. Ох, плохо. Ох, плохо. Да ради бога, забирай. Эть? Лови гранату. Отлично. Не, дробовик. Дробовик, только дробовик. Так, хорошо. А, ладно, нужно с дробовика все-таки его мочить, дешевле будет. Так, 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 красненький, красненький. Так, вот ты иди сюда. Здесь кто-то полз или мне показалось? Красненький, красненький, пошел вон. Ту-т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 у. Ди, тут иди. Господи, я их путаю почему-то. Ай, плохо, 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 плохо. Плохо, 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 бежим. Лео, прикрывай, я тебя очень прошу, а. Ты видишь, что у меня тут творится? Почему я все делаю? Лео. Молодец. Надо держаться как-то так. Эть. Два, три, четыре, пять. Так, хорошо. Если у нас второй раз так же все прекрасно получится. Так, красненький, красненький, красненький. Где? Блин, с какой стороны он идет? А вот ты иди отсюда. Спасибо. Красненький, красненький. Вот, я вижу его. А та 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 та. Ой, та 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 та. Черт, да что ж такое-то, а, сегодня? Ужасная серия. Ужасная просто, ну я не знаю. Это какой-то кошмар. Я просто не хочу сбрасывать, я хочу, чтобы...
вы посмотрели, что я его все-таки пройду. И за сколько я его пройду. Ну это ужас. Это ужасно. То ли я отвыкла, то ли еще что-то со мной происходит. Я не знаю. Как-то эти квесты меня совсем расслабили. Боже, что же едят эти сволочи? Какая разница? Так, ладно, нужно без эмоций постараться. Я сейчас чувствую себя просто вот этим вот... Если кто-то смотрел фильм «Железная сталь», там, помните, ходил вот главный герой. Главное не проявлять эмоций. И сам ходил, при этом нервничал, как ненормальный. Вот у меня сейчас то же самое. Черт. Что такое? Почему? Отлично упал. А этот пистолетик-то неплохо его мочит. Издалека причем. Не нужно близко подходить. Я слышу тебя, красненький. Где ты? Я слышу тебя. Тихо. Ох, я вижу тебя, я слышу тебя. О, он ушел. Хорошо. Ой, не туда бегу. Ой, не туда. Ха-ха-ха, я умру сейчас. Я умру. А и мы все умрем. Почему ты не переключаешься на дробовик-то, господи? Ой, бежим. Сейчас, давай еще. Ох. Так, еще один раз, давай. Еще один раз такой же прекрасный, и все будет хорошо. Так, красненький. Красненький. Так, это ты не красненький, но ты уйдешь тоже. Нет, вот так. Ох, черт возьми. Бежим! У меня все проблемы начинаются, когда я проглядываю. Так, хорошо. Пока что все хорошо, он тоже... О, все. Смотрите, если сейчас все будет замечательно, он сейчас выстрелит, промажет. Так, все, дробовик. Давай, дробовик, выручай, пожалуйста. Отлично, господи. Кажется, мы суемся все дальше. В общем, туда, куда нас пускать не хотят. Кошмар. Вроде-то ничего сложного, но, блин, все воля случая, как говорится. То вот на этих подорвусь, то этот придурок меня хлыстом забьет в самый последний момент. Ой, ладно. Ужасная серия, ну что поделать, какая есть. Так, давайте-ка мы все-таки переключим дробовик на вторую кнопочку, потому что мне так привычнее. А то я тупила во время боя. Еще не переключалась. Так, где моя снайперская? Тут где-то должно быть. Вот она. А, так, хорошо. На первую у нас автоматик, на вторую у нас будет дробовичок. Отлично. Все, хорошо. Ой, автоматик бы надо старенький вернуть, потому что этот, конечно, хороший. Но он не такой скорострельный, а скорострельность мне иногда все-таки нужна. Он, по-моему, улетел туда, да? Блин. Ну ладно, хорошо, подберем. Успеется. Почему, кстати, говоря, так тихо? Не знаю, надо будет в следующей серии настроить это как-то все. Сейчас будет автосохранение, и я думаю, мы на этом серию-то завершим. Потому что... Чё ты не открываешься? Куда нам? Подожди. Так вот. Ну и? А! Все понятно. Ой, боже. Да ладно, вы издеваетесь? Да недолго была она, засада эта. А. Ой, вот это вот плохо. Вот это вот очень плохо. Смертники — это всегда плохо. Вот его надо. Ты умрешь, ты нет? Смотрите, не хочет умирать. Ой, все плохо. Он почему-то опять не хочет на дробовик переключаться, чтоб его... так вот. Я, конечно, понимаю, что... Он еще живой, что ли, засранец? Космический засланец. Так, хорошо.
Сейчас чуть-чуть вперед пройдем, подберем потрошки и на этом закончим, потому что вообще кошмар какой-то. Как-то действительно, куда звук пропал? Так хорошо, что он. Ой, нет, я туда не пойду. Так, куда нам? Ну ладно. По крайней мере, это не Макс Пейн. В Максе Пейне я бы подыхала просто на каждом месте по 20 раз, поэтому нормально. Выберитесь из зоны нулевой гравитации, да без проблем. Мне только к сохранению нужно, потому что уже серия поджимает. Ой. Ну ладно, или так, хорошо тоже. Ой, кто это, боже мой. Какой-то босс, я так подозреваю, да? Ой, не хочу опять босса. Это еще кто? Ну это он. Ух ты, баба. Не знаю, это нов... А, это не босс, это новые враги. Прекрасно. О, блин. Это ж девка. Страшная. Слушай, кажется, я понял, откуда они приходят. Там тоннель, который соединен с норой. Вижу. Идем. Че ж она не хочет взрываться-то? Слушайте, я, конечно, все понимаю, но... Лео, ты мне загораживаешь путь, ты в курсе? Нам нужно как-то выдвигаться, потому что стоять здесь, это 2 года будет все происходить. Так. Где? Вон она летает, скотина. Так, тихо. Ой, шустрая какая, а? Ниндзяка какая-то. Да блин, ты умрешь сегодня, нет? Вот так вот, да. Так, ладно, я чувствую, эта серия вообще никогда не закончится, так же, как и предыдущая. Нужно куда-то все-таки выдвигаться. Чем быстрее мы это место пройдем, тем лучше. Ох, охренеть. Вон одна еще летает, ниндзя. Все, уже не летает. Вот еще одна. Доброволица. А почему они все на одно лицо, я не понимаю. Ой, как вас много, девочки. Ой. Ой, блин, девушки. Ой, все плохо. Ой, все ужасно. Иди ты. Да что ж такое-то происходит сегодня? Ты кто такая? Так, давай, куда-нибудь, я не знаю. Хоть куда. Да Лео, что ты. Да ты Лео. Че я его Лео называю? Дэвис. Так, давайте уходим отсюда. Здесь невозможно с ними драться, уж лучше уйти. Потом разберемся с ними. Когда там куда-нибудь прилетим. О, отлично, сохранение. Но я думаю, мы все-таки сейчас должны дойти хоть до куда-нибудь, потому что это все. Не хочу тут останавливаться вообще. Так, давай, лети, Дэвис. Ой, страшная серия какая-то вообще. Ты, придурок. О, еще один. Такой же. Завалим без проблем. Вон, куда ты летишь, а? Ладно, неважно, куда. Валим. Куда-нибудь уже валим. Неважно, куда. Блин, офигеть, надо быстрее отсюда валить. Ты хочешь умереть, я вижу по тебе. Так, кто-то в меня стреляет очень хорошо, причем. Я не знаю, куда я лечу. Но куда-то я лечу. Ой-ой-ой, сейчас убьют. Ой, убьют. Ой, надо спрятаться быстрее, Дэвис, твою что, дивизию, то что ж ты творишь-то? Ой, руку еще оторвало. Ой, все, кошмарная серия. Что-то не везет мне, наверное, нужно как-то, не знаю. Ой, я не знаю, ужас. Ой, еще и в микрофон, ну что ж за день такой. Короче говоря, давайте мы на этом остановимся, потому что это ужас вообще. Какая-то неудачная абсолютно серия. Я думаю, она будет по праву самой ужасной серии. Так, давай-ка вот так вот. В данном прохождении... О, господи, в каждом прохождении есть самая ужасная серия, поэтому... Поэтому вот. Ладно. Встретимся в следующей серии. С вами была Севен. Всего хорошего, удачи и пока-пока.